Большие соревнования собрали на одной площадке представители 16 команд города Бреста и трех дружин из Польши. Ребята долго готовились к соревнованиям и потому показывали хорошую технику исполнения и высокие результаты. Особенно хорошо и слаженно действовали школьники из классов профессиональной направленности, где к стартам их методично готовили сами сотрудники МЧС, их непосредственно педагоги. Вообще, на полосе препятствий там надо ставить огнетушитель, рукава закручивать. Вы уже знаете, как со всем этим обращаться? Да. КТИФ – аббревиатура Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, которая на сегодняшний день насчитывает около 300 тысяч специалистов и около 6 миллионов добровольных пожарных команд. Главная задача – привлечь людей к вопросам безопасности. И то, что работать в этом ключе получается, подтверждает турнир. Команд участниц в 2019-м стало почти вдвое больше. Общаясь с детьми, видим, что для них самое главное – это встреча, пообщаться в том числе и со сверстниками из республики Польши. То есть для них это главное общение. Ну, а соревнования есть соревнования, там есть и победители, я скажу, что призы у нас и от добровольного пожарного общества, и от республики Польши. То есть такие хорошие, достойные призы. И ребята, которые покажут свои хорошие результаты, будут награждены, я скажу, замечательными призами. Соревнования в таком формате активно практикуются в Европе, например, в соседней Польше. Это хорошая возможность для школьников не только изучить пожарную технику и способы работы с ней. В процессе проведения этапов ребята общаются, знакомятся, заводят новых друзей.